Откуда берется зависть? У животных замечено что-то похожее, по крайней мере. Но все же большинство говорит о том, что это сформированное во многом чувство. Но оно социальное. Это социальное чувство. Оно, конечно, бывает только у социальных существ, а человек таковым является. Действительно ли это чувство недооценивают в обществе? Ни одно чувство не спровоцировало большего количества убийств и негативных явлений, как зависть. Что даже любовь послабее. И ненависть, кстати. То есть прямая ненависть, она послабее будет, чем зависть, потому что зависть человек не всегда опознает. Что чувствует завистник? С ненавистью говорит об объекте своей зависти. С ненавистью, с критичностью. Но там видно, что он прям живет в этом человеке. Он там знаком со всем, что тот делает. В чем особенности черной и белой зависти? И уже сами можем развернуть его в другое русло, в конструктивное. Вот это, наверное, может быть так называемой белой завистью. Смотрите новый выпуск программы «Разговор по душам» во вторник, 12 ноября в 18:15 на телеканале «Самара ГИС». Гость в студии – психолог Елена Яшина-Ахундова.